Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» подвели итоги акции «Спасибо врачам», которая проходила в городском округе в период новогодних праздников. Партийцы вместе с благотворителями доставили фрукты, богатые витаминами мандарины, киви и гранаты в два медицинских учреждения муниципалитета, которые принимают пациентов с коронавирусом. Звенигородский клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, а также в инфекционное отделение Одинцовской областной больницы. Медиков поблагодарили за их профессиональный подвиг, а витаминная помощь – один из способов выразить эту благодарность.